Всем привет, вы на канале Шоу Динара. Сегодня мы будем открывать настольную игру «Морковное поле». И сегодня со мной снимается кто? Кошечка Тасенька. Отпустим ее обратно, а мы будем открывать. Где Тасенька? Ой, есть морковки. Побежали морковки. Ух ты. Ух ты. Вот игровое поле. И все морковки. Вот маленькие морковки, средние и большие. И сейчас мы это все соберем. Вот такое игровое поле получилось. Правила игры. Надо, тут какая цифра стоит на поле, не на поле, а на вот этой штучке. Там, например, 3, это вот такая морковка, 2, это оранжевая, а 1, это желтая морковка. Будем начинать играть. Сначала на камень, ножницы, бумага. Кто первый будет ходить? Камень, ножницы, бумага. 1, 2, 3. Так, первый ход. С кем желтую? Ой, оранжевую морковку. У меня 3. Красная морковочка. Еще раз, потому что очень легко. Оттягиваем рычажок. И морковки что, так будет? Это на пол? И сейчас мы опять камень, ножницы, бумага. 1, 2, 3. Я тогда начну с этой фишки. У меня 2. 3. 1. 1. Три. 2. 1. 2. 3. 3. 2. 1. Нет, 3. 3. 2. 2. 1. 2. О, страшненько. 2. 2. 3. Ой! 3 было. Опять. Такая интересная игра «Морковное поле». Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока. Thank you.